все не изменится, да. Ранее мы уже динамизировали двух участников захвата Дома культуры в совхозе имени Ленина. Якобы руководителя несуществующего ЧОПа «Элитсервис» Червякова Александра Владимировича и адвоката, действующего по доверенности от рота «Агро» Смирнова Романа Геннадьевича. Первый прославился тем, что руководил захваченными в Ленинском районе сельхозпредприятиями, которые впоследствии были ликвидированы. Второй занимался участием в снятии кандидатов команды Грудинина на выборах в Совет депутатов Ленинского городского округа. Мы условно назвали их «адвокат» и «ликвидатор». Сегодня очередь пришла деанимизировать еще одного борца за права детей. Почему вы стоите втихаря, ну, снимаете? А ну, чего она как из угла? Почему она снимает? Она в открытую снимает, в отличие от вас. Вот ее же отвечаю. Почему нет? Встаньте, вы тут и потому снимаете, что она за правое дело. Что а ты стоишь за 3 рубля вот эту фигню снимаешь. Потому что Грудинин может застраивать все подряд. Какой а никто подряд? Больше ты не посмотри, мог. Что он а чем он застроил-то? С садами, школами из улицы Дофа? От Камчатки. Пускай так ловят. Это ваш жаль по-человечески. Спасибо. Вы приехали за вас сюда. Слушайте, вы нас пожалели, приехали. Для ваших детей спасают. ДК, слушай, а вы рассказываете о этом сказке. Вы только что спалились. Этого человека можно встретить на разных кадрах. Он появляется на заседаниях движения «За-за-за», координирует действия так называемых волонтеров, дает указания людям с телекамерами. Кто он такой? Этот вопрос не раз задавали ему жители на встречах, но он не представляется. А да. Вы кто? А вы кто? Представьтесь, вы кто? Вам представились? Ну а зачем? ТВ «Совхоз» и активисты нашего поселка нашли ответ. Знакомьтесь, Сидоров Владимир Николаевич, руководитель учебно-методического отдела Всероссийской организации «Боевое братство». Да-да, «Боевое братство», руководителем которого является небезызвестный депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин. В «Боевом братстве» Владимир Сидоров занимается молодежным проектом «Форум. Территория действия». Возможно, что именно здесь вербуются ребята, которые впоследствии участвуют в силовых операциях по захвату собственности. Об этом вы можете судить сами, наши дорогие зрители. У нас же напрашивается только один неприятный вывод, что под крышей «Боевого братства» и благовидным предлогом патриотического воспитания сколочена группа, организованно действующая на территории совхоза имени Ленина и всего Ленинского городского округа, промышляющая захватом собственности. Все это осуществляется в полном взаимодействии с компанией «Рота Агро», которая обещала жителям совхоза имени Ленина и работникам ЗАО «Райскую жизнь», но устроила, по факту, территорию действия, боевого действия. Жители совхоза выступают против такого боевого братства и требуют от власти остановить беспредел и удалить агрессивных молодчиков с территории социального оптимизма. Это невозможно уже терпеть! Каждый день эти люди в поселке! Вы вызываете полицию! С вами, как всегда, был ТВ «Совхоз». Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, делитесь этим видео. До новых встреч. Лучше в Горки Ленинские пожарки съездить. И горку, и школу разрушены что? Ваши власти. Что делали ваши коллеги? Дети с горок они... сюда в школу ездят. А то пришли, было и сюда же в кружки ходят. Было, ездить туда с камерой поспокойно. Поснимают. Было спокойно.